Так. А вот это мне прислал кто-то из вас. Сегодня прислал. Сегодня, да. Это первое. Абрикосики, как я понимаю. Из вашего черенка, несмотря на самую холодную весну. Слушайте, это откуда? Белоруссия? Кажется, Белоруссия. Тогда Картинович, все у меня память, обидится мужик. Вот, из вашего черенка, спасибо, я жду окончательно, когда созреет, так раз. О, Картинович, Андрей, привет, Минск. Ну, тут-то я уже не скрываю, ни фамилию, ни это самое, ни, как называется, гражданство. Вот, слава богу, хоть тут не надо. И вот он прислал бесценную фотографию. У меня таких десятки. Я бы мог обойтись без них. А кто мне должен верить? А кто сказал, что это самое Минске, это намного теплее, чем моя Сибирь? Именно для Минска, вы знаете, друзья, это ужас какой-то. Перевожу на нормальный язык официальный ответ Министерства сельского хозяйства Беларуси в адрес Железова. В первых вебинарах я показывал несколько лет назад. Вот. Там было написано так: вы замечательные, у вас замечательная книга, и она требует распространения. Правда, деньги не писали на распространение. Вот, как-то забыли, только похвалили. Вот. Но мы работаем по регламенту. Перевожу этот регламент на русский язык. Как резали, как калечили деревья, так и будем калечить. Вот и все. А почему у них такие результаты? А почему я вам показывал, рассказывал, что у них тысячи гектар яблонь погибают? Они не могут отказаться. Там сидят не настоящие садоводы, а там сидят чиновники. Это разные вещи. Откуда им знать, что вот Картинович Андрей, я знаете как, мне бы отдали волю президенту, ну, на день, на два, на пять, ну, лишь бы только успеть эти указы. Первый указ это запретить рубить деревья, приравнять убийство дерева к убийству человека, вот, или хотя бы к убийству животного. Животных нельзя убивать, а калечить там, мучить, а деревья можно. Вот, причем официально, весь этот самый сельхоз этим занимается. Да еще стоит на своем. Как резали, так и будем резать, у нас регламент. Так. Вот. А я бы Картяновича назнал, чему сразу. Даже не знаю, сколько ему лет. 20, 30, 40, 50, 60. Если даже ему 80, скажу. Потерпим уже годик, пока порядок не наведем. Вот тебе ты на год хотя бы. Если тебе 70 лет, на 2 года. Если тебе 60 лет, 3 года будешь этим президентом Академии наук, именно, или там Минсельхозом командовать белорусским. И тогда вот эти регламенты все к чертовой матери. Почему? Потому что, Андрей, спасибо огромное вот за это. Вот она, летняя обрезка. Посмотрите. Что непонятно, расшифровываю, я железо. Летом было вот здесь отрезано, видимо, предыдущим. После этого прошла зима. Этот побег, худо-бедно зима была. Этот побег начал умирать. Приросты умерли. А вы знаете, что вот именно ради этого делают летнюю обрезку? Чуть не сказал подлецы. Нет, я не назвал подлецами. Вот. Я сказал, чуть не назвал. Они просто не ведают, что творят. Они учат. Летняя обрезка, происходит перевод этих самых побегов, которые после этого появляются, сразу на цветение. Так оно оказывается не только в Сибири, не только в средней полосе, не только в Черноземье, не только в Москве, не только на северо-западе, там Питер и так далее. Оно даже в Белоруссии невозможно. Посмотрите, какой перевод на плодоношение? Спасибо. Вот с каких этих фотографий будет состоять будущее эти учеба студентов, а не вот эти, которые говорят, что у деревьев лишние ветки. Ну, эх, Мария, Мария. Полгода или год, это бешеная реклама в интернете. Что ты понимаешь в этом всем, что ты тут пишешь? Правильно надо резать летом. Что ты в этом понимаешь, а, флорист? А это же делается очень просто. Это ты думаешь, одна такая? Вот еще одна.
человек, лингвист, который знает там иностранные языки. Ну и хорошо, что знаешь. Чего ты лезешь в это дело? Используя смазливую внешность, используя подвешенный язык, заставили готовый сценарий. Дали секатор, говорят, режь человек, который ничего не понимает. Так она не успокоилась. Получив популярность, сперва резать, а потом одна моет. Смех лучше. Одна моет, а другая чистит кору после того, когда это омертвили. Вы что, не видите, что вы, девчонки, вы взяли деревья, вы или до вас? И у них из них с двух, наверное, не одну сотню веток отрезали. Деревья заболели, у них кора покрылась этим самым. Назовем это лишаем. Знаете, такое общее слово. Я не говорю, что оно научное. Лишайниками назовем. Назовем мхом, назовем это самое, грибами, но я общее слово, лишаями. Вот. И вы, не ведая, что искалечили дерево, вы или до вас, вместо того, что сказать, дерево искалечено. Куда вы полезли-то? Что вы понимаете в этом? Что вы натворили? Вы начали одна мыть, другая чистить, это ж лишаи сгонять, сдирать. Ну, и это на всю страну. Вот это разве можно было показывать? А? Но это не все. Потом одна из них, фамилию уже не называю, живи. Вот. Вот эта дама взяла еще и книгу написала. И пишет, в-пятых, удаляя неудачно расположенный. Чего ты взял? Я уже не могу. И убили. Она потом перечислила все эти самые неудачно расположенные. Там, вот здесь. Вот. Что растут низ, что растут вверх, что растут бог, что растут внутрь, что пересекается, что. Вот. Это все их знания кончаются. Но этих знаний хватило, чтобы написать «Обрезаем плодовые деревья». Абсолютно необходимый прием. Вот. И здесь слово «ювенальное». Такое, ну, надо же, вот как бывает. Такое слово знает. «Ювенальный». Омолаживает. Это она омолаживает дерево. То, что называется колечко. Ладно, мы старое дерево. Но молодое это за что? Мне пришлось даже справку взять с интернета. Что такое ювенальный? Не половозрело, юношеский, юный. Вы что? Чуть не выматерся. Вот это и есть наш уровень. А вот это я, извините, второй раз показываю. А за все годы третий. Столетний абрикос. Что, давайте мы его тоже будем чистить, а? Ладно, я уже над этим изгалялся. Вот. Допустили, что дожил до 100 лет. Некому было искалечить его.